Всем привет, это СБ1813 или просто Саймон. Продолжаем реакции. Наверное, это последняя реакция на этой неделе или вообще в этом месяце, которую я запишу, а остальные уже буду потом записывать. А может быть нет, может быть я сейчас говорю по состоянию к своему посмотрю. Но в любом случае, надо было записать на эту реакцию, потому что это что-то хайповое, вроде говорят. Вы мне, кстати, тоже, по-моему, даже не один раз писали на это сделать реакцию. Я только сейчас заметил, что я обрезал Electric Callboy. Короче, Samurai Pizza Cats. Не знаю, кто это такие, что играют. Будет ли сейчас металл, не металл, что-либо еще. И так далее. Трек называется Pizza Homicide. Наверное, так, да? И на фите там ник Сала, кстати. Я не знаю, как правильно. Сала, наверное. Из Electric Callboy, да? Если кто не понял, что там обрезано, вот прямо там, это Electric Callboy. Ну, мне кажется, вы все прекрасно знаете. Короче, это хайповая тема. Опять же, Electric Callboy — это супер хайповая тема. Хайпотрейн, кстати, у меня будет реакция, но не знаю, на Ютубе ли. Но сделаю реакцию тоже. У них вышел там отдельный клип. А вот по поводу вот этого фита, я делал уже фит, когда они еще были с Кимосами, по-моему, кстати, с каким-то мужичком, и я от него пришел. Это была моя первая реакция, которая собрала косарь просмотров, и это было очень прикольно. На остальные же клипы именно Electric Callboy, бывших Eskim и Callboy, да, все это есть только в Телеграме или в ВК. Если вы там не вступали, еще обязательно вступите, посмотрите. Ну и как, в принципе, все другие реакции, которые на YouTube не выкладываются или выкладываются только частично, это все есть отдельно еще там. Вот. Вот это, надеюсь, выложится, потому что вроде как оно доступно. То есть я как вообще оцениваю? То есть если я, в принципе, клип не могу посмотреть даже на Ютубе, да, то, наверное, на Ютуб оно и не выложится. Это вроде как на Ютубе доступно, то есть без всяких VPN-ов и так далее. Так что, надеюсь, это все выложится на Ютуб и будет нормально. К тому же это все-таки не Electric Callboy, это всего лишь фит с одним из Electric Callboy. А ник это вроде как этот же новый как раз вокалер. Или нет? Ладно, сейчас будем смотреть, узнаем. Короче, вроде как тут должно быть что-то тоже, что-то типа Electric Callboy, должно быть что-то веселое и так далее. Вот, сейчас заценим и, собственно, сразу поехали. Ну, вот он. На этот ник, я понимаю. Блин, он просто когда пришел в Electric Callboy, он же без усов был, а потом как-то внезапно усы отрастил и совершенно стиль поменял. Ну ладно. О, опять Pineapple эти ваши. А, или это не он? Это я запутался. Все эти усы поотращивали. Хрен разберешься теперь, кто здесь кто. Вот он. Ну, он выглядит так же, как второй вокалист, если честно. Звучит, если честно, прям вот как Electric Callboy. Ноль разницы. Если бы мне сказали, что это трек Electric Callboy, я бы поверил. Ну, снято прикольно. Ну, клип прикольный, да. Клип прикольный, трек пока обычный. Я сейчас смотрю и думаю, можешь заказать сегодня пиццу с ананасами. Мисс Симмонс, Феликс. Я в последнее время что-то замечаю на какие-то такие маленькие детали, которые не должен замечать, наверное. Да, они одинаковые.
Носы у них только разные. Так, ну что, вот мы смотрели и послушали трек «Pizza Homicide», как правильно там говорилось, от группы «Samurai Pizza Cats». Где на фите был Ника Салак из... Салак, опять же, не знаю, как правильно. Группа «Электро Кэлби», извините, фанаты «Электро Кэлби», что обрезал. То есть, логичнее было бы обрезать «Электрик», да? Ну ладно. Короче, чего хочу сказать. На самом деле, разницы между, опять же, электрокэлбой и скимокэлбой и вот этой группой я особо не услышал. Это звучит примерно ровно то же самое. Особенно учитывая, что как бы, весь припев был спет исключительно вокалистом электрокэлбы, то сказали бы, что вот этот трек именно электриков, я бы не удивился. Не то, чтобы не удивился, я бы такой, ну да, это они. Вот, типа, электроника тут не такая... такая веселая, наверное, не такая жесткая, опять же, да. А так, типа, ну, не, ну, нормально, трек нормальный, но больше, наверное, клип, то есть ради клипа это все надо было смотреть. Клип прикольный, да, с этим пиццами, все такое. Кстати, сразу по поводу пиццы. Это уже у Атилы было, но у Атилы это было прям намного круче. Значит, пайнэпплов, да, вот этих ананасов и так далее, что в пиццу нельзя класть. Я был раньше тоже, кстати... противником ананасов в пицце, я не понимал. То есть, как бы, я мог их есть, но мне казалось, что это как-то тупо. Типа, зачем это делать? Но сейчас, я к этому как-то сильно охладел, я понял, что ананасы в пицце – это нормально, на самом деле, вот реально. Может быть, надо просто из этого вырасти, потому что вот я бы сейчас с удовольствием пожрал бы пиццу с ананасами, не сейчас. Но, опять же, это смотря как она сделана, да, откуда там и так далее. Вот, так что по поводу этого, ну, это мем все-таки больше, то есть, да, то есть все прекрасно могут есть пиццу с ананасами, если ты не любишь пиццу с ананасами, значит, ну, что-то у тебя странное с этим, с рецепторами, потому что в целом, это реально хорошо заходит, это очень хорошая тема, вот, но это больше мем, что типа пицца с ананасами, это отстой, как бы тут она в очередной раз обыгрывается, плюс не только, тут, как я понимаю, еще обыгрывается еще тема с кальмарами какая-то, типа пицца, это, знаете, пицца с анчоусами, вот это я, кстати, никогда не ел, вот это странно, потому что всякие черепашки-ниндзя очень любили эту штуку, вот, насколько реально вкусная эта штука, надо попробовать, я очень люблю пробовать странные штуки. Ну, не знаю, на самом деле, что сказать. Вау-эффекта вот от этого клипа и трека не было, сразу вам скажу. То есть, опять же, я не из тех реакционеров, которые типа «О, круто, блин, вот это клип, вот это трек!» Никогда такого не слушал. Нет, конечно же, это самый обычный трек а-ля «Электрик Кэлбы», даже я бы сказал, а-ля «Эскимэ Кэлбы». «Эскимэ Кэлбы», как я странно это сказал, да? И клипы как бы соответствующие, как бы это неплохо, это для тех, кто это никогда не видел, естественно, может удивлять, но я думаю, нас с вами это никак не удивит, как бы это просто прикольно, можно послушать перемешку, можно это поставить фоном, типа поугарать там, не знаю, на какой-нибудь вписочке, да, все это включить, чтобы весело было, но честно, вот так вот слушать, по-серьезски, это, конечно же, вот, но как бы, окей, ладно, ладно. Честно говоря, мне больше интересно даже посмотреть именно у Electric Callboy клип следующий, который, наверное, не попадет на YouTube. Так что, еще раз заранее говорю, Telegram или ВКонтакте подписывайтесь, там все будет. Там все будет. Это, надеюсь, будет на YouTube. Но если и этого не будет на YouTube, то, опять же, там же все найдете, ссылки все в описании. Ну и, в принципе, все. Спасибо всем, кто смотрит. Ссылочка в описании. Нравится, не нравится, сами все знаете. И больше мне сказать нечего. Как бы, ну, весело, прикольно, но... Такое вот еще раз уже слышали. Так что не удивляемся, но и ладно. Все, я пошел и пока.